Привет, друзья! Сегодня у нас будет большой новогодний влог. Мы только проснулись, а кокос уже дает. Начинает доставать нас. Ему подавай, чтобы с ним играли. А какие у него игры? Это кусай, беги. Других игр он не знает. Давай просто посидим. А мне еще необходимо заняться своими делами, сделать необходимо столько дел, помочь Виктории. Она сейчас у нас на кухне. Единственный вариант сейчас, чтобы он успокоился. Сейчас мы его загоняем. Это его загонять. Этот будет летать. Минут 15 ему надо, наверное. Он, конечно, хочет, чтобы я еще от него поубегал. Но у меня нет сил. Догонять легче немножко. Вылазь оттуда! Я устал, кокос. По-моему, не я тебя загоняю, а ты меня. Друзья, а еще говорят, мопсы, они неактивные. Посмотрите, что этот делает с нами. Сил вообще нету, бывает. Вообще не бывает сил. А ему только игры подавай. Шахматы бы лучше научился играть. И то интереснее было бы нам с ним. А? Кто это? Хозяин залез на диван. А? Хозяин. А? Давай игрушку. Игрушку неси. Любую давай. Сейчас интересно, что же он нам принесет. Фух. Давай. Маленькой елочки. Холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Да, чувствую, у нас сегодня будет не скучно. Вот какой я сегодня у Виктории помощник? Никакой. Я только охранник у нее сегодня. Отгоняю кокоса от нее. Ой, еще раз хочу отметить, какие же они непассивные. Активный парень. И уже смотрите, какая хватка у него. Раньше так не хватал. Набегался? Сушняк мучает. Как обычно после тебя. Весь пол мокрый, да? Все, кокос доигрался. Получил свою косточку. Маме он мешает убираться. Ну, по-моему, он сильно не расстроился. Сейчас косточку будет свою глотать здесь. Не глотать, вернее, а глодать. На самом деле перед вами руки золотые. Ну, в смысле, золотые руки. Перед вами, товарищи, слесарь с большой буквы С. Кокос, это о тебе? Ты у нас слесарь? Ты же у нас мопс с большой буквы М. Ребят, сейчас мы с кокосом находимся в спальне. Я здесь с ним заворачивал подарки для наших друзей, для наших детей, для Катюшки, Влада. Димке мы уже подарили. Так обстоятельства сложились, что мы решили подарок сделать немножко ему заранее. А что касается Влада и Катюшки, мы сделали вот им два символических подарка. Это действительно просто символические подарки. Основные подарки... Они сейчас находятся в кладовке на улице. А на самом деле мы хотим для них сделать вот этот подарок. Это тумбочка под телевизор и журнальный столик. И мы знаем, что именно эти вещи сейчас им необходимы.
Потому что они недавно переехали, и у них, во-первых, нету тумбочки под телевизор. У них сейчас телевизор стоит прямо на полу, и нету журнального столика. И я думаю, этому подарку они обрадуются больше всего. Но прежде мы, конечно, посмотрим ту реакцию, которую они сделают на те подарки, которые мы положим под елочку. А как вы знаете, они просто символические. Что касается подарка для Виктории, мы вместе с сыном проехали все магазины нашего города, не обнаружили его там. Нам пришлось заказать последний по интернету. Он нам домой пришел, сын его оплатил со своей карточки. Мы это сделали так, для того, вернее, чтобы Вика не поняла, в каком магазине я купил, какой подарок и за какую сумму. И для нее это будет сюрпризом. А я люблю делать сюрпризы. Я люблю делать подарки, те, которые люди, о которых, вернее, люди мечтают, о которых мечтают мои близкие. И чтобы они были рады этим подаркам. Вот мы посмотрим ее реакцию на этот подарок. А я думаю, она будет. И будет хорошая. Все сделали? Пошли, кокос, вниз. Там будем помогать мамке. Пошли. Давай. Куда? Пойдем вниз. Здесь делать нечего. Топаем. Ты рисуешь? Да. Идем помогать тебе, Викуль. Угу. Не, серьезно, идем помогать тебе. Вы идите лучше погуляйте. Это будет лучшая помощь для меня. Ты пойдешь гулять, кокос? Пошли гулять. Пойдем, вдвоем идем гулять. В этом наша помощь маме. Пошли. Ребят, сейчас лучшая помощь для нашей мамы – это ей просто не мешать. Кокос, ну давай здесь поиграем, что ли, в догонялки, а? Ну? Я устал, кокос. А ты нет. И где? Сюда иди. Вон он сидит. Сам себе тропинку выбрал. Ой. Смотри, там птички. У нас кокос такой парень. И на кошек, и на птичек ноль внимания. Устал. Прогулки с кокосом полезны не только для него, но и для меня. Ой. До его отсутствия, до отсутствия кокоса, я вот столько физически не бегал и не занимался. Да, кокос? А сейчас каждый день приходится периодически с ним бегать, потому что без этого никак. Травка зеленеет. Кокос любит всякую травку кушать. Вообще это полезно кушать травку для пищеварения, да, кокос? Травка очищает и кишечник, и желудок. Ну, в большей степени, конечно, кишечник. Кокос взрослеет. Столько нюхать стал.
Пошли. Пойдем домой. Вот видите, ребят, какие чудаки бывают. Кокос, мы что, будем останавливаться возле каждого дерева, а? Друзья, вот мы с вами любим собак. Но есть особенные люди, которые любят куриц. Не то что курятину, а именно куриц. Они вот живут вот в этом доме. Я вам сейчас покажу кое-что. Вот в этом маленьком загончике живет одна курочка, для которой сделали домик, и ее хозяева постоянно кормят. Вот это ихнее домашнее животное. Ну, курочка, видимо, спряталась. Кокос, пошли. И это так странно. Для одной курицы сделали такое. Вот так. Все, идем домой пустые. Готов? Ну. Ты что, угомониться не можешь, а? Мамка пошла спать. Я хочу немножко вздремнуть. Давай немножко отдохнем, а? Я ж тебе объяснял, вся ночь впереди еще. Потом ты будешь дрыхнуть, и нам захочется. А кто праздновать будет? Вот такое чувство, что ты понимаешь, но делаешь назло. Ребят, что мне нравится в мопсах, это их мордочка. Складывается в полное впечатление, что оно человеческое. Ушки опущенные, морщинки вот здесь везде, брови как будто туда-сюда ходят. И он сказать не может, но он своей мимикой все показывает, все, что он думает. Посмотрите, какой кокосик. Мордочка плоская. Это не собака. Это человек. Это человечище. Это человечище. Ты согласен со мной? Конечно, ты согласен. А то думаешь, слопает? Нам видно будет лучше. А с этим что делать? Сам стоит, он его не трогает. Его трогать уберем. Давай. Давай подсвечник посередине поставим. Викуль, это пыль веков? Да, Дима, это пыль веков. Если б ты видела, Викулька. Что, сказать, что я... Да. Все. Фу! Этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Ты что, для тебя что ли повесили, алло? Все, иди сюда. А на улице у нас вот такая сегодня новогодняя погода. Только что шел град, а сейчас идет дождь. Главное, чтобы в комнате у нас было в доме тепло и сухо. Ай, хороший. Ай. Вообще пусть мужчины думают, что у вас все в порядке. Он же тебя похоронил. Смотрим, для кого знакомые комедии, для кого нет, да? Из морга, говорит, тебе завтра привезу. Викуль, всегда актуально. Привет. Ой, какая ты красивая у меня. Дайте свой. Лад. Мы тебе здесь не рассказываем, что
Ладно, села на колени. Пошлите уже. Давай, разбейте там, будешь занять. Акош! О-о-о, смотри, печатывай, давай. Открывай. Смотри, в домик унес. Не раззакрой. Да, Сырит! Ах ты! Афиф! Давай. Вот это его тема. Вот больше вот ничего этого не надо. И достаточно. Ой, он съел. Все, давай. Отдай. Не, мама, у него шея больше, чем моя. А там на всю раздвинуто? Как на всю? На всю. Ой, там далеко. Ой, ты его задушишь, если так. Надо будет переделывать бабочку. Но в любом случае, спасибо, доча. От кокоса спасибо. Друзья, я решил сделать кокосу праздничную еду сегодня. Вот эта консерва будет праздничная еда для кокоса. Немножко зелени украсим. Кокос. Нет, думай. Да. Молодец, кокос. Приятного тебе аппетита. Готовим аперитивчик. Народ просит. Эгнок у нас готов. Это для нас с Владом. Теперь готовим апероль для наших дам. Пикулька, для тебя. Спасибо. С наступающим. Катюшка, тебе тоже. На, бабу поздравь. Димкин крестный приезжал, привез подарки. Убирайте его. Спасибо, Серега. Это твой подарок? Все. Себе в домик принес. Ой! Куда? Куда? Тут... Стой! Стой! Ну это же ты сожрешь же это. Это зачем есть? Все. Играйся. Кокос, пойдем я тебя тоже коктейлем угощу. Молочным. Давай? Давай, кокос. О! Хорошая, обезжиренная. В честь праздника можно. В честь праздника многое себе можно позволить. Друзья, желаем в новом году вам счастья, удачи, здоровья и любовь близких. Да, кокос? Ты же меня любишь? Я тебя люблю. И все вокруг тебя любят. Да, Катюшка? Ты любишь кокоса? И Влад любит кокоса. И все остальные любят кокоса, да? Кокос. Глаза какие-то красные у него. Чего иди, малыш, это? Спи, а. Ну, не спится тебе, иди спи. Требуют к себе внимания. Принеси игрушку. Принеси игрушку. Мы как хотим избавиться от кокоса, сразу ему говорим, принеси игрушку. Все. Да, Катюша, завтра с ним ты пойдешь гулять. В 7 утра. В 7 утра, да. Мне надо набраться сил, чтобы сдавать экзамен. Ничего, силы сами придут. Спасибо. О, у меня какое большое спасибо.
Это Диме. Ну, ложи пока на диван. Ну, спасибо. Чего? И как всегда, кокосу достается мешочек. Вы, может, его и заберете? Все, он уже уходит. Ваши подарки, да, в елочке. Сейчас. Сейчас. Видите, не хочу, да, что вы смотрите так. Катя, любой подарок от мамы и папы, это... Главное от души, Катюша. Нифига не понимаю. Почему? На китайском написано. Ну просто это китайский Джимми Шоу. Вообще? Да. Спасибо. Вы рады? Да. Вы издеваетесь? Немножко. Вот, если серьезно, пойдемте, я вам покажу подарок. Одевай. Одевай, одевай. Сейчас Димку поздравите. Нормально? Что там, покажи, вот. Если я только тебе взяла, еще не Ну, раз открывай. Нам тоже интересно. Да. Спасибо тебе. Мам, каждый год от папы есть подарок. Ищи. Каждый год удивляюсь. Да. Ищи. Ой, вот этот тихо надо. В общем, я тебе скажу, он вот там в шкафу. Бери его сама. Ой, ой, что там тяжелое. Распаковывай. Явно не парфюм. Или такой парфюм. Так, беги. Сейчас тут еще коробка, потом еще, еще. О, я люблю такие. Да? Да ладно. Я тебе, Викуль, хочу сказать, что это последний в Бельгии. Мы с Димой все перелопатили, и это... Викуль, это единственный, последний взяли мы. Как PlayStation 5, тоже же везде распродано. А вы интересовали, да? Нет, везде слышно об этом. Поднимать. Да? Все. А этому самое главное, распаковка. Сейчас будем проделывать процедуру сжигания мыши, символа этого года. Очень плохой год. И смотрите, от нее коронавирусом пахнет. Я тебе вам серьезно говорю, Виктория. Пахнет? Ну и правда. И правда. У тебя есть с тобой зажигалка? Давайте сжигать. Как раз он до 12, а нет, до 12 не сгорит. Все, мы переоделись. У нас сейчас будет пижамная вечеринка. Все одели пижамы. Будем встречать Новый год в пижамах и балдеть. Официальная часть у нас закончилась. Да, Казуков? Жалко, что у тебя нету пижамы. Раньше телевизор включали, как-то это. Ждем. Осталось 2 минуты. У кокоса уже нету сил. Он все, в ауте. Да, потеряли одного бойца, да, Викулька? Все. С Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. Счастья, здоровья всем в Новом году. И вам, ребята. Много денег. Много-много денег. И чур эту корону, чур. Чур. Чтобы жизнь нормальная была.